Наш учитель – виртуоз информационных технологий. Меня зовут Раиса Григорьевна. Я хочу представить первую учительницу своих детей Савинова Кирилла и Киры. Ее зовут Ольга Прокопьевна Попова. Она является учителем начальных классов 17-й школы города Якутска, обладатель гранта «Лучший учитель России». Мы знакомы с Ольгой Прокопьевной вот уже 11 лет. Сын Кирилл – выпускник Республиканского лицея. В данное время у Ольги Прокопьевны учится моя дочь в 4 классе. И я с уверенностью могу сказать, что у Ольги Прокопьевны интерактивный класс. Ольга Прокопьевна еще в 2010 году начала активно использовать обучение информационным технологиям. В то время это было использование электронной почты для мобильной связи с родителями и передачи дополнительных учебных пособий ученикам. Началась активная работа на различных обучающих сайтах. Мой сын с Андреем Замятиным стали победителями городского НПК именно по теме информационные технологии. Ольга Прокопьевна в те годы была награждена дипломом Управления образования города Якутска как учитель-виртуоз информационных технологий. Были сделаны первые шаги по применению информационных технологий на практике. Тогда это было новаторство. Ольга Прокопьевна сама очень творческий человек, она всегда полна новыми идеями. У нее своя авторская программа «Алгыс», основанная на республиканской программе «РКЕИ». Наш класс является русским классом с якутским языком обучения. Благодаря нашей учительнице наши дети знают и умеют говорить «Алгыс» по учебнику «Кюннюк» Анатолия Павлова «Добыла». Она также разыгрывает по ролям сказку «Тал-Тала Мяхсин», учит чабыргах асохай. Вот уже на протяжении 10 лет проводит активную работу по интерактивному обучению учеников, в связи с чем наш класс быстро и мобильно внедрился в систему дистанционного обучения. Основными онлайн-площадками для дистанционного обучения являются Zoom, Яндекс.Учебник, Учи.ру, SkySmartClass и Google Тесты. Электронным дневником наших детей является сетевой город образования, где ребята прикрепляют свои задания. Всем классам дети участвуют в различных дистанционных олимпиадах и конкурсах, например, в «Пора роста». Наша учительница с первых дней умело организовала цифровое портфолио каждого ученика в социальном приложении Instagram. Все творческие и устные задания ученики сохраняют в этом приложении. Вначале они это делали с помощью нас, родителей. Сейчас каждый из них умеет самостоятельно оформлять видеоролики на таких приложениях, как InShot, KineMaster, Viva Video. Устные предметы для них превратились в творческий процесс, и они, естественно, овладели дополнительными техническими навыками. Инстаграм-страница наших детей богата различными онлайн-проектами класса. Например, такими как онлайн-эсэх класса, флешмоб танца «Якутские узоры», национальные виды игр и так далее. Все это смогли воплотить в единый проект благодаря идее и творческому подходу Ольги Прокопьевны и интерактивным навыкам наших детей. У них накопился большой архив и объем полезной учебной информации. Они всегда могут его пересматривать и использовать, если им необходимо. В данное время команда РЛ нашего класса участвует в видеокроссинге «Смотри, это Россия» среди регионов Российской Федерации. В период дистанционного образования Ольга Прокопьевна своим личным энтузиазмом смогла вовлечь учеников и родителей в мир информационных технологий. И до сих пор мы пробуем новые виды приложений для обучения наших детей. Я думаю, что наша учительница самая интерактивная. Она помогла нашим детям освоиться в новой реальности, где нужно уметь учиться и очно, и дистанционно. Наша учительница самая креативная и жизнеутверждающая. Мы ей говорим огромное спасибо.